Довольно много времени прошло с опубликации последнего видео о 10 лучших основных оружий в Payday 2. За это время в Payday появились новые образцы оружия, поменялась мета игры, баланс, ну и отчасти и я поменял свое мнение о некоторых оружиях. Поэтому, леди и джентльмены, представляю вашему вниманию обновленный список 10 лучших основных оружий в Payday 2 2017 года. Да бля. Вначале повторю слова из предыдущего выпуска, что этот топ выстроен исключительно на мой взгляд и также опыт. Поэтому, если вы будете с ним не согласны, то просто... Идите нахуй. Тихо, Сид, ты чё? Ты чего? Значит, у нас с вами разные точки зрения на этот счет, и в комментариях вы уже сможете ей поделиться, а также с другими пользователями. И на этом давайте начнем. 10 место я решил отдать самому непопулярному классу во всей игре. Речь идет о кимбо-оружии в любом его комплектации. Мне по сей день непонятно, почему комьюнити так смертно относится к этому классу оружия. И как по мне, мы просто обязаны в ближайшее время обсудить это в новом выпуске нытья и это выяснить. Но чем же примечателен данный класс, спросите вы? Лично я уважаю в нем такие пункты, как возможность использования в разных сетапах и также сборок навыков, разовый урон и вытекающий из этого ДПС. Учитывая, что Акимбо у всех отложилось в голове как некомфортная, слабая, с долгой перезарядкой, отсутствием прицела, маленьким боезапасом и подбором патронов, оружие не пользуется особым спросом на сносях выше оверкила. И да, хоть класс и по своей сути не идеальный, но внимание к себе он точно заслуживает. На 9 месте я разместил винтовку Little Friend. Почему так низко? Да все довольно просто. Оружие хоть и уникальное, но как по мне оно дико не сбалансированное. По характеристикам плюс-минус схоже с легендарной М308, но при этом имея подствольный гранатомет, который... скорее всего, балансили, будучи вот в таком вот состоянии. Его урон идентичен China Lake, М32 и М79, что, на мой взгляд, сделано неправильно, учитывая то, что подбор у него просто дикий. И из одной коробки вы будете поднимать от 1 до 2 снарядов, а это не есть гуд. И также баллистика полета снарядов этого гранатомета примерно такая же, как и вышеупомянутых гранатометов. В итоге мы с вами получаем оружие, которое основным режимом стрельбы в состоянии убивать любого юнита за 2 попадания в голову, и подствольный гранатомет, который ни разу не имба. И не пытаюсь сказать всем этим, что оружие говно, я бы просто сказал бы это в самом начале. Нет, просто слишком хорошая вещь. Слишком хорошая. Даже если совсем немного намекнуть веркилам, что «Йоу, как бы Little Fred немножко имба, не хотите его как бы понерфить до адекватного уровня?» На что, скорее всего, я получу ответ «Да ты шо, мы не понерфим маленького друга, не-не-не-не, нас же закидают говном, ты что, не-не-не, давайте лучше апнем Маузер, Кевити, GSPS, АК-12, АК-12, давайте его понерфим, просто гениально». Короче, 9 место Little Friend. На 8 строчке я разместил огнемет. На это оружие, как и на дробовики, действует очень простое правило. На ближней дистанции против него практически нет шансов. Чем зачастую я и пользуюсь, когда отправляюсь на коридорные и закрытые карты, где довольно продолжительное время нужно держать позиции или сдерживать в основном на ближней дистанции противника, в чем огнемет как раз таки крайне хорош. Огнемет имеет крайне высокий ДПС и способен быстро уничтожать группы противников, станя и поджигая их, заставляя умирать в страшных страданиях. Помимо этого, имеет большую площадь поражения огнем, большой боезапас, позволяет сбросить преследующего вас клокера, очень быстро уничтожает щиток турели сват и также игнорирует все щиты и нагрудную броню тяжелого сват ФБФца. Очень классный агрегат, мейн и респект рекомендую. Огнемет, 8 место. На 7 месте я отметил автоматический дробовик АА-12. Один из самых приятных дробовиков в использовании, крайне эффективен при стрельбе на ближней дистанции и для быстрой зачистки комнат, обладая вместе с тем неплохой точностью, которая позволяет даже устранять близлежащих снайперов и противников на расстоянии. Из ярких плюсов хочу отметить огромную потенциальную емкость магазина, высокую как для дробовика скорострельность и наличие автоматического режима огня. Сбалансированная как для дробовика точность и низкая отдача. И в завершении большое количество патронов в запасе и прекрасный, просто великолепный подбор патронов. Именно поэтому А12 заслуженно занимает 7-ю строчку нашего списка.
На шестом месте находится легенда по ИДЕ М308. В предыдущем видео я отдал ей первое место, по причине того, что лучшего для меня в те времена, к сожалению, ничего другого не было, а детальным осмотром других оружий я, к сожалению, не занимался. Что же касательно самой винтовки, говорить долго не приходится. Статистики одни из самых лучших и высоких в игре, а также в классе штурмовых винтовок. Показатели точности и стабильности можно довести до 100 единиц, особо не усиливая их навыками, что в свою очередь позволяет вам работать по разным целям и на любой дистанции. И тут та же самая петрушка, что и с маленьким другом. ДПС позволяет за считанные секунды уничтожать любых юнитов на максимальной сложности. Ну а в общих чертах винтовка крайне прекрасна во всех параметрах. Но и минус она также свои имеет. Но все же М308 шестое место. В середине списка у нас закрепилось семейство винтовок КАР и АК. Эти винтовки можно по-настоящему назвать конструктами, с ними рыли можно сделать абсолютно все, что угодно, и подобрать различные варианты под любой сетап, поскольку количество модификаций превышает у любого другого оружия. Оружие подойдет для любого подхода и может также похвастаться широким для своего класса боезапасом, подбором патронов и также статистиками точности и стабильности. В отличие от М308 можно довести до высоких статистик скрытности, что позволяет еще больше использовать эти оружия. И да, сами по себе они выглядят просто великолепно, за что мы отдаем пятое место семейству КАР и АК винтовкам. На четвертом месте находится АК-12. Этот новичок сразу же захватил мое внимание просто шикарным внешним видом. Но если углубиться немножко в циферки, можно понять, что данное оружие служит чистым аналогом золотого или обычного АК-7.62. Но с этим горемычным АК-12 связана очень нехорошая история, не случись бы которой, это бы оружие было бы на голову выше и не стояло бы даже рядом с этими подобными калашами. Но все равно, даже после нерфа, я просто обожаю этот АК-12. Вот в нем что-то есть такое, что меня прямо не отпускает. Ну, начнем с того, что оружие считается крупнокалиберным по своим начальным характеристикам урона и в состоянии очень даже неплохо убивать всех юнитов до сложности The Fish, не имея при этом никаких особых проблем. Ну и все остальные характеристики не подвели, что позволяет испытывать настоящее удовольствие при использовании этой винтовки. Просто великолепное оружие. АК-12, четвертое место. Открывает тройку лидеров еще один мой любимец, это FAMAS F1, винтовка, которая до сих пор держит титул самой скорострельной штурмовой винтовки во всей игре. Просто молодчина. Оружие изумительное, в основном из-за своего главного преимущества над другими винтовками, что позволяет, как правило, зачастую выходить победителем из любой схватки, имея при этом минимальные потери. Поэтому всем любителям доджа, критов или просто динамичного геймплея просто рекомендую. Также из ярчайших плюсов хочу отметить большой боезапас, очень высокую скорострельность, высокий урон в секунду, то есть ДПС, высокая начальная и потенциальная скрытность, возможность установить бонус на скрытность плюс 3, большое количество подбираемых патронов, боезапас и стабильность выше среднего в своем классе. И если вы любите реально скорострельные пушки, которые просто в щепки разносят любые кабинки, то думаю, ФАМАС станет вашим лучшим другом. И поэтому ФАМАС, третье место. Буквально в одном шаге от вершины списка остановился Барретт М95, одна из самых устрашающих и мощных оружий во всей игре. Именно это оружие мне обеспечило со время получения маски Ван Дауна, за что от меня она получает пожизненное уважение. Барретт — это то самое оружие, которое убивает все и вся, по-другому это просто рыли не объяснить, даже на самой высокой сложности. Не нужно никого толком даже выцеливать в голову, достаточно просто попасть. Иля, один килл в вашу копилочку уже положен. Да, хоть это и звучит как-то не так, как я думал, но думаю, смысл вы поняли. Ну и в завершение упомяну главное его преимущество. Огромный, просто огромный урон в своем классе, позволяющий убивать практически любого врага с одного выстрела на любой сложности. Огромные показатели подавления, может насквозь пробивать щиты, тела противников и некоторые стены. Очень легко достигнуть максимальной точности в 100 единиц при разбросе в любом положении, в том числе и от бедра. Оружие будет всегда попадать точно белке между глаз. Ну и вот мы подобрались к вершине нашего списка. И в 2017 году для себя я как лучшее оружие выбрал Контрактор 308. Изумительный ган, который не просто заслуживает внимания, а требует его в обязательном порядке. По своей сути, Контрактор — это винтовка AR-15 с DMR набором,
которая, как мы уже знаем, крайне хороша. И по многим характеристикам она с ними очень схожа. Но контрактор имеет полноценные бронебойные патроны, которые по игровым меркам пробивают практически любые поверхности, что уже вводит его на достойный уровень. Помимо этого, скорострельность самая высокая из всех снайперских винтовок во всей игре. ДПС также на самом высоком уровне, что в свою очередь позволяет вам утилизировать силы противника просто пачками. И речь еще даже не зашла о подборе патронов, который один из самых лучших и высоких. Подбор, который позволяет вам фармить из каждой коробки в 2, а то и в 3 раза больше, чем вы затратите на убийство одного юнита. Винтовка по-настоящему великолепна, я ее с честью использую с релиза John Wick DLC по сей день. В самых различных сетапах и также на самых различных сложностях. И получаю от этого настоящее удовольствие, что и вам желаю. Контрактор занимает сегодня вершину нашего списка. Что ж, и на этом обновленный список основных оружий подходит к концу, и надеюсь, вы останетесь такого же мнения, что я вам излил. Если же нет, то всегда для вас есть комментарии или стримы, где вы можете вживую пообсуждать или подискутировать на те или иные вещи. В любом случае, оставляйте свое авторитетное мнение в комментариях и не забывайте ставить лайки, они заставляют двигаться дальше. Всем большое спасибо за внимание и поддержку. Заглядывайте в описание к видео, там вот эти наши контакты и многое другое. Всем удачи и увидимся с вами в следующих роликах или на стримах. Auf Wiedersehen. И, ребят, пока готовил это видео, узнал очень страшную новость, которую, думаю, что уже знает весь мир. Если кому-то это не безразлично и даже очень важно, то вместе с вами я разделяю скорбь и будем надеяться на лучшие времена. Еще раз всем спасибо за внимание.